Всем привет! И добро пожаловать на канал. Сегодня мы решили устроить очень экстремальный и веселый челлендж, который называется «Кто быстрее наполнит бутылки, тот и победит». У нас есть две 19-литровые бутылки. И у нас будет несколько раундов, на которых мы будем стараться их наполнить полностью. На каждом раунде нам будет даваться по 5 минут на то, чтобы наполнить как можно сильнее бутылку. И на каждом раунде у нас будут различные емкости, с помощью которых мы будем вычеркивать воду и зачерпывать их в эти бутылки. Смотрите, схема следующая. У нас есть вот такой вот огромный бассейн, который заполнен водой. И также у нас есть те самые 19-литровые бутылки. Мы будем бегать от бассейна до бутылок со стаканчиками или с другими емкостями, которые нам выдадут на том или ином раунде. И будем пытаться наполнить бутылки максимально, прям просто до краев. Но поскольку у нас будет временной режим, то возможно мы, конечно, до краев их не дополним, но очень бы хотелось. Но тем не менее, на каждом раунде выиграет именно тот, у кого будет больше всего воды в бутылке. Я предлагаю начинать. Ты готов? Я готов. Я тоже готова, так что поехали. И как говорится, на первом раунде у нас будут стаканчики объемом 0,5 литров. Моя бутылка слева, бутылка Дениса справа. Мы засекаем сейчас ровно 5 минут. 3, что, уже что ли? Я в сланцах в этих бутылках. 2, 1, я тоже в сланцах. Сейчас, подожди, давай. Старт, внимание. Марш, время пошло. Я буду ходить. Первый стаканчик залетел, залетает второй. Тоже будешь пешком ходить? Мне кажется, я это начала делать раньше, чем ты. На следующий раунд я одену кроссовки. У меня уже ноги подкашиваются. Бежим, бежим, не сдаемся. Сколько времени уже хоть нажал? Не знаю. Да почему у тебя все больше и больше, я не понимаю. Не уверен, что 5 минут уже. Не прошло вообще. Ты, блин, бесишь, 18 секунд остается. А, почему? Мне нужно еще 5 секунд. Ёшь, потому что я в телефон смотрела. Ты что будешь? Да. Ну что ты меня отвлек? Время вышло. Давайте смотреть, у кого воды все-таки больше. Мне кажется, ровно, Маша. Не может быть. Нам нужна ровная поверхность для того, чтобы выявить победителя. 5 минут – это жестко. Ну что, ребят, давайте подводить итоги. Я сейчас смотрю, вымеряю, где уровень воды. Ну, как будто у тебя выше. Или у меня. Кто выиграл, блин, на этом раунде? Как? Я не понимаю, почему они одинаковые. Они одинаковые. У нас ничья 1-1. Да. По-любому 1-1. Как там так? По камере просто видно, что одинаково. Тютелька в тютельку. Первый раунд был очень жесткий. У меня безумно болит поясница почему-то. Я не понимаю, почему. Почему гонялись? Немножечко дурацкие сланцы. Неудобно. Так что ко второму раунду надо более быть подготовленной. Надо сходить одеть кроссовки. Меня немного жрут. И мы к вам вернемся. Ну что ж, у нас второй раунд. И на втором раунде мы будем пытаться заполнить наши бутылочки с помощью гантелей. Сколько здесь килограммов? Давай, так же, да? Но это будет сложнее, потому что набирать здесь воду гораздо дольше, поэтому задания усложняются. Не блокировать телефон, ложить на землю его, и чтобы мы видели, сколько минут осталось, окей? Окей. Окей, то есть ты не будешь блокировать, 3, 2, 1, да? Погнали! Это капец сложно! Понимали, вода просто ледяная. Вот это поворот. Четко. Я просто похлопаю. Ты что там делаешь еще? Подливаешь что ли?
А ты что делала там, я видел? Я это двинула, она не мешала. Да ладно. Я реально говорю. Ничего не знаю, там вылила вон тебе воды сколько больше. Время истекло. Что, давай сравнивать. Здесь, по-моему, безоговорочный лидер я. 100%? Ну, стопудово. Все, 2-1. Какой 2-1? 1-1, Маша. Как это у нас было 1-1 равный счет? А-а-а. Между прочим. Точно, точно. Выиграла ты же мне в прошлый раз. Перерыв. О-о-о. У нас третий раунд. И на третьем раунде у нас такие вот маленькие стаканчики. Сколько миллилитров? 300. Но перед началом надо вылить воду. Так что погнали. Ты готов? Стаканчики у меня. Что, нажала? Погнали! Телефон положу. Я бегать не буду, у меня уже так все болит. У меня стаканчик уже какой-то. Он мягкий уже. Так, 2 минуты остались. Ё-моё, я даже не успел. А чё, что-то задумался, короче. О-о-о-о. И всё. Вы просто должны видеть, что произошло с нашими стаканчиками. Они... уничтожены. Так, давай смотреть. Так, и с треском просто. Это моя. Вот она, это моя. Здесь меньше, чем... И с треском Маша проигрывает. Капец, я так старалась, я даже из резиночки воду выжимала. А я просто ходил пешком. Трындос, просто трындец. Денис просто с треском реально выходит вперед. У нас теперь счет 2-2. Сейчас у нас будет самый главный раунд, решающий, который покажет, кто из нас самый топовый наполнитель бутылок. Финальный, 4-й раунд. Финальный раунд, просто финальный. Мы будем и полотенцами набирать воду и выливать бутылки. Давай подумаем сначала, как я буду делать это все. Время начинать. Кладем на телефон. 3, 2, 1. Время пошло. Он, походу, воду у меня отливает. По-любому. Три, два, один. У меня просто весь телефон в воде. И, внимание, я вас поздравляю, вы были классным соперником в данном челлендже. Давай поставим, короче. Да и так видно, что у тебя больше. Я просто хочу посмотреть, сколько это вообще соотношение. Давай. Погнали на бетон. Та-да-да-дай-та-дай, момент истины. 2 раза почти больше. Расскажите, как вы так набирали, как улитка? Ну, я ходила медленно, чтобы сберечь свои силы под конец, а конец как-то наступил очень быстро, 5 минут, и получилось как-то так. Я сама не ожидала, честно говоря, я думала, что я за счет того, что хожу медленно, набираю много воды, принесу больше воды. Как оказалось, моя тактика была неверна. А вы какой тактики придерживались? Тактика у меня была следующая. Резко засунуть полотенце в воду, и пока она стекает, короче, резко перебежать, и чтобы она стекала в бутылку. Супер, вот. Ваша тактика very good. Вот, короче, вот на эти движения я рассчитывал. Ну и, в принципе, не прогадал, выиграл 1 000 000 рублей. Вот советую всем, набирайте бутылки с помощью полотенца. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой челлендж у нас получился. Я выиграл с треском, вообще, короче, разорвал. Господи, а я аккуратно, руку больную. Она напрягалась, наливала, отжимала и выиграла. Аплодисменты. Ну на этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, набирайте 100 000 лайков. Миллион лайков. И пишите в комментариях, за кого вы болели. Наверное, за меня. Всем спасибо, всем пока. Пока.